Всем привет, мы продолжаем. Осталось всего два уровня. Ой, что это я делаю? Я туториал запустил. Так, короче, вот этот уровень специальный. Вот, вулкан. Бла-бла-бла-бла-бла. Да, как я и говорил, вулкан каждый раз уничтожает одно из ваших зданий. Башен, вернее. Наугад, абсолютно наугад. Вы не знаете, какое именно разрушится. Так, как они будут идти, давайте посмотрим. Ага, значит, здесь я поставлю. Здесь я поставлю. Достаточно или еще одну ставить башню? Как они там идут? Давайте здесь поставим. Они вниз даже пошли вот так вот. Уровень небольшой, вы видите, очень мелкий такой. О, так они целый круг нарезают. Вот это прикольно. Это прикольно. Давайте здесь поставим. И здесь... Я просто не знаю, как сейчас большие пойдут. Через какой они проход. Давайте здесь поставим. Все, дальше надо только ставить стрелы, потому что пауки пойдут. Давайте что-нибудь проапгрейдим. Ага, по центру. Значит, может, пауки снизу пойдут. Вот, видите? Одну башню уничтожили. Меня. Это всегда происходит, когда начинается следующая волна. Вот так вот. Я теперь понимаю, как это работает. Ну, а я так понимаю, они пойдут вниз, и потом целый круг будут нарезать и вернуться. То есть мы должны добить их по-любому. Ничего сложного здесь нету. Так. Пауки пойдут, а значит, чтобы пауков поубивать, наверное, надо здесь ставить. Все-таки по центру. Так. Да. Так мы и будем убивать пауков. Дальше у нас будет... воздушные пойдут. Ну, против воздушных поставим антиэйр. Реально здесь по центру. Это самое лучшее место. Мне кажется, здесь все будут круг ходить, но какая-то волна потом пойдет, она сразу напрямую пойдет. Поэтому надо быть готовым. Хорошо, что Кэнон, это очень хорошо, потому что лучше всего эти пусть останутся. С одного выстрела не убиваются пауки, у них много здоровья на этот раз. У них реально много здоровья. Я думаю, еще поставлю здесь, мне не хватает защиты. Надо добивать их. Хотя не нормально. Судя по всему, они пойдут вот отсюда. Значит, здесь антиэйр ставим. Надеюсь, не взорвут его сразу же сейчас. Так, вот эту проапгрейдить надо. А, Кэнон, хорошо. Кэнон это нормально. Сойдет. Значит, они все круги будут нарезать. Эти так, эти вверх. А мне не хватает. Надо сейчас строить что-то. Вот здесь давайте построим. Время еще есть, чтобы исправить ситуацию. Так, следующие у нас пойдут защитой. Нифига себе. А через них пойдут следующие с защитой. Нужно Теслу ставить. Нифига себе. Как я Теслу тут куплю? У меня даже гемов не хватает. Наверное, их так можно убить. Это так просто. Предостережение какое-то. Потому что если я Теслу поставлю... Во-первых, я не знаю, где они идут. Если я Теслу поставлю, и Тесла взорвет вулкан, то все, это проигрыш. Поэтому нет смысла рассчитывать на это все дело. У них какой-то странный цвет, может, у них просто здоровья много. А с этих гемы выпадут или нет? А, мне же хватает. Давайте пойдем купим тогда Теслу. Так, где Тесла, Тесла, Тесла... Так, где же теперь ее ставить? Я думаю, по центру, потому что всегда оттуда идут. И вот здесь вот отличное место, как мне кажется. И сверху достанет, если что, и там. Главное, чтобы сейчас вулкан ничего не сделал плохого. Тогда все будет нормально. И здесь тогда Теслу ставлю. Опа, они с... Они немножко по-другому появились. Хотя они везде, да? Ну да, у них... Но у них, по-моему, нету защиты у этих малых.
Их можно и так убивать, просто так у них здоровья очень много. Если так проходить. Я не буду использовать, она так попадет по ним. Все отлично. Как прокачала эта башня быстро. Экспириенс получила много. Так, значит, у нас будут большие великаны сейчас. Я ставлю здесь. Я поставлю здесь. Давайте еще здесь. Хорошо, что не Тесла. Мне казалось, вначале в Теслу летит. Так. Ну, из-за того, что здесь постоянно вулкан кого-то убивает, из-за этого уровень на самом деле легкий, потому что тебе дают больше возможностей убить их, больше времени. Так что я думаю, все нормально здесь будет. Если они, конечно, напрямую сейчас не пойдут на базу мою. Как я и говорил, здесь нет смысла апгрейдить что-то одно. Надо постоянно все апгрейдить, потому что в любой момент твоя башня, которая со всеми апгрейдами, она может быть взорвана благодаря вулкану. Поэтому нет смысла этого делать. Так, какие-то малые защиты какой-то. Давайте сюда. Давайте сюда. Давайте здесь проапгрейдим один разок. Она, может, добьет когда-нибудь. О, это что такое? Они какие-то огненные. А, они огненные. Они просто быстро бегают. Это их основная особенность. Ой, мою Теслу-то убили. А я не заметил этого. Теслу-то убили. Так, добейте там пару выстрелов. Готово. Великаны. Великаны. Давайте Теслу. И сюда Теслу. Надо один раз сделать апгрейд ей, потому что она не достает особо сейчас. Против воздуха антиэру били мы. Но против летучих мышей надо больше аэро делать, мне кажется. Посмотрим. Что-то та Тесла даже не достает до них. Проапгрейдить, что ли, один разок. Но. Хотя у них защита от Теслы. Бесполезно. Так, пауки. А я не вижу, какие они красные, походу, да? То есть Тесла не нужна? Давайте тогда Arrow поставим. Можно технологию какую-нибудь купить новую. Но я что-то не вижу смысла в этом. Можно дорогую башню поставить, ее сразу же взорвут. Мне Теслы достаточно, а если надо будет, я золотую сделаю где-нибудь башню. Если очень надо будет. Сейчас возьмут, одну Теслу уничтожат. Смотрите. Вот, взяли, уничтожили. И нету Теслы. Да. Печально. У них защита от электричества. Я их хоть добью. Вроде как добиваю. Здесь надо кэнон ставить. Так, летающие, летающие. Давайте здесь поставим, здесь поставим. И, например, здесь. И здесь. Вроде достаточно. Добьем мы их. Так, следующий нужна Тесла. Малышня идет это.
Нужно ставить Теслу. Давайте здесь поставим. И вот эту Теслу проапгрейжу один разочек. Пауки, пауки, пауки. Мы даже без Теслы их так неплохо поубивали. Тут одной Теслы даже достаточно. Значит, пауки. Давай-ка я возьму Mortal и сделаю. Хорошая пушка. Понимаю, что ее могут взорвать. Но сейчас много башен, и шанс минимальный становится. Чем больше башен, тем меньше шанс на одну башню, что ее когда-то убьют. Поэтому я в безопасности себя чувствую. Да, нормально, справились. Великаны сейчас пойдут. Как защита от Теслы, да, у великанов? Так, давайте кэнон этот проапгрейдим. Так, давайте сюда... О, Mortal, почему бы и нет? Интересно, какую способность нам откроют, или башню мы новую откроем, или нам способность тут наконец-то бомбы ставить. Ну, потому что в оригинальной игре так. А это как бы финальная версия, здесь поменяли все. Я в эту игру не играл, в эту версию. Поэтому я не могу сказать конкретно точно, что нас тут ожидает. Поэтому есть смысл какой-то мне играть в это, когда я уже это проходил. По второму разу есть смысл, потому что ты что-то не знаешь, что-то может быть новое. Давайте Теслу здесь забабахаем. Вот эти Теслы везучие по центру. Они уже довольно давно стоят. Ну, хорошо. О, все зеленые пауки, зеленые, эти зеленые. Надо сейчас Теслы золотые буду делать. Так, давайте здесь Теслу. Гем соберу. Как насчет здесь Теслы? Не, нормально. Сойдет. Давайте вот эту Теслу два раза апгрейд. Упс, нету Теслы. Была Тесла и нету Теслы. О, там летающие сильные будут. Я почему-то думаю лазер купить. Купить лазер. Не хочется проигрывать. Давайте лазер поставим. Так, 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 так. Но эти не пройдут. Мы их добьем. Меня только волнует следующее. Так что лазер я поставлю. Где, не знаю. Надо по центру, по сути, ставить. Arrow продавать, ставить. Или Теслу продавать. Еще 17 уровень, 18, посмотрим, что будет 19. Если не будет воздуха, тогда подумаю. Если будет воздух, тогда буду продавать Arrow.
Ага, ой, какие они быстрые. Ой, какие они быстрые. Они очень быстрые. Добьем. Набили. Все продаем. Ставим здесь лазер. И здесь продаем, ставим лазер. О, у нас будет босс, который летает. И ходит, и летает. Так что мы лазеры оставляем. Я даже по одному разу их проапгрейжу. Так, великаны. Великаны. Ну что против них? Кэнон добавлю. Кэнон сюда добавлю. Много их. Так, где же босс пойдет? Не знаю. Я тогда здесь продам и ставлю здесь лазер. Тесла тоже нафиг не нужна. И эта Тесла не понадобится. Я здесь лазер поставлю. Тесла не нужна, кэноны тоже не нужны. Очень сложно как-то. Ну, хотя, не знаю, вроде как мы добьем ее. Я лучше тогда поставлю. Ну все, теперь надо ставить. Кэнона надо ставить, а это все продавать. Хотя нормально, электричество вообще офигенно входит. О, мы наконец-то открыли ледяную Ice Tower. Но она не наносит повреждения, только замораживает. Замедляет их и все. Ноль повреждений у них. Поэтому такая странная башня. Мало нужна она где. Ну вот что, прошли мы все. Все уровни, кроме одного. В следующем видео продолжим Final Stage. Подписывайтесь, ставьте лайк и ждите следующее видео. С вами был Андромалик. Всем удачного дня. Пока.